Сегодня в меню корюшка по-питерски. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Мука 100 грамм. Соль 2-3 щепоток. Корюшка 500 грамм. Масло растительное 100 грамм. Черный молотый перец 1 щепотка. Сок лимона 1 столовая ложка для подачи. Приготовить вкусную корюшку по-питерски – буквально минутное дело. Это быстро и вкусно, смотрите пошаговый рецепт и готовьте с удовольствием. Подготовьте все ингредиенты. Очистите корюшку от голов и внутренностей. Некоторые предпочитают готовить рыбку целиком, не очищая, это дело вкуса. Очищенную корюшку промойте и просушите бумажным полотенцем. Насыпьте муку в тарелку тонким слоем, смешайте ее с перцем и солью. Обваляйте корюшку в муке. Хорошо разогрейте сковороду, влейте достаточное количество растительного масла и обжарьте корюшку до готовности с обеих сторон. Перед подачей сбрызните корюшку лимонным соком. Подавайте с зеленью и овощами, это очень вкусно, рыбки улетают как семечки. Скромная маленькая рыбка с приятным названием корюшка является в своем роде кулинарным символом Санкт-Петербурга. Поэтому и рецептов корюшки по-питерски много, в каждой семье он свой. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!